В Сарове продолжаются кражи велосипедов. Одна из них произошла на улице Московской. Припарковав двухколесный транспорт у входной двери в подъезд, хозяйка отправилась к репетитору. Выйдя после занятий, забыв о велосипеде, она пошла домой. Про велосипед вспомнила через неделю. Велосипед, соответственно, был не пристегнут. Ущерб около 10 тысяч рублей. Саровчанка обратилась в полицию с заявлением о том, что ее автомобиль повредили неизвестные. Женщина рассказала, что вечером припарковала машину у входа в подъезд, а утром обнаружила на ней царапины. Машина была припаркована так, что мешала проходу в подъезд. На машине вмятина. Возможно, кто-то из людей, которые выходили из подъезда в связи с тем, что было неудобно проходить, ее задели. Неделя выдалась насыщенной и для сотрудников госавтоинспекции. На дорогах города произошло 13 дорожно-транспортных происшествий. Одно из них с пострадавшим. На перекрестке проспекта Ленина и улицы Шверника водитель Volkswagen Polo, не убедившись в безопасности маневра, начал поворачивать налево и сбил пешехода, который переходил дорогу на зеленый сигнал светофора. В результате ДТП пешеход получил телесное повреждение в виде ушибленной раны лба, ушиба левого бедра и после осмотра врачом была отпущена домой. Сотрудники госавтоинспекции настоятельно рекомендуют саровчанам носить светлую одежду в темное время суток и прикрепить на нее светоотражающие элементы. Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей, Саров 24.